Ко дню первого президента Республики Казахстан фонд Нурсултана Назарбаева совместно с Институтом мировой экономики и политики провел международную онлайн-конференцию по вопросам международной безопасности и возобновлению глобального ядерного диалога. В качестве спикера выступили ведущие члены консультативного совета Астана-клуба, а также ряд выдающихся мировых политиков и экспертов в сфере внешней политики и вопросов ядерной безопасности. Мировые политики и эксперты поддержали антиядерную инициативу Елбасы. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал ключевым спикером конференции, выступив с видеообращением к участникам мероприятия. В своем выступлении Нурсултан Назарбаев особенно подчеркнул, что, будучи президентом Казахстана, он сознательно посвятил немалую часть своей внешнеполитической деятельности идее достижения мира, свободного от ядерного оружия. Главным итогом конференции стало принятие членами консультативного совета Астана-клуба открытого обращения Open Call к мировым лидерам о необходимости создания и поддержания дальнейшей работы ГАЛ.